Говорят, из ада не возвращаются. Но на этот раз произошло чудо. Это действительно было чудо. Мина со мной. Все еще без сознания, но жива. И это самое главное. Я не знаю, как это приключение повлияет на нее, но я знаю, что пока граф жив, Мина в опасности. Я не могу больше избегать конфронтаций. Как только я прибуду в Лондон, мне придется сразиться с Дракулой ради Мины. И ради всех живых на земле. На этот раз, с Божьей помощью, мы окончательно уничтожим монстра. Я клянусь. Итак, наш друг живым покинул Трансильванию, забрав с собой Мину и Кольцо Дракона. Он оказался более сильным противником, чем я ожидал. Следи за ним. Он больше не должен доставлять нам хлопот, ты понял? Да, господин. Это в твоих же интересах. Мы приближаемся к заветной цели. Еще немного, и я покончу с Джонатаном Паркером. Тогда Мина... И кольцо дракона снова станут моими. Я так сказал. Господин, это вы! Это действительно вы! О! Встань! Скажи, что все идет так, как я планировал. Конечно, господин! Я все сделал так, как вы мне приказали. Тогда победа за мной! Больше ничто не сможет остановить меня! Ничто и никто! Прошел месяц, как мы вернулись из Трансильвании, а я все еще не могу заснуть. Я очень обеспокоен состоянием Мины. После пребывания вампира у нее часто бывают приступы страха. К счастью, наш хороший друг доктор Стюарт знает, как бороться с этой болезнью, не имеющей названия. Меня беспокоят скользящие по стенам тени, которые, казалось, следят за мной. Неужели это из-за кольца, которое я принес из замка Дракулы? Надеюсь, Стюарт поможет найти этому объяснение. Сейчас он обследует его. Я же решил пойти в Карфикс, последнее убежище Дракулы в Лондоне. Я надеюсь найти там какие-нибудь ключи к разгадке, которые помогли бы мне выйти на его след. Thank you.
How I miss my enormous feasts. When so many of my guests tried to cross the chessboard and perished impaled when the ground gave way under their feet. The system hasn't functioned for a long time, but the trap is still there. Only the right positioning of the pieces indicates the way to reach the other side safely. Chess is a game which ends with the king being put to death, unless the pawn dies first, which is far more amusing.